Новый асфальт, отмостки, парковочные карманы и бордюры. Во Владивостоке продолжается реализация программы «Тысячи дворов». На сегодняшний день из 317 дворов отремонтировано больше половины. Жители уже успели оценить изменения и делятся впечатлениями. Наш двор попал в программу «Тысяча дворов». Мы видим результат. В этом дворе не было ремонта с 50-х годов, дом старый, двор старый. А сейчас у нас появился двор, причем отремонтированный капитально. Но на этом, по словам Ирины, приятные изменения не закончились. Сейчас в доме ведется ремонт фасада. Рабочие демонтировали старый слой краски, очистили поверхность и покрасили здание в приятный цвет. Оценили перемены во дворе и жители Сочинской 5. На месте бывшей бельевой площадки сегодня у них установлены спортивные тренажеры. Сейчас, как вы видите, есть 6 тренажеров, 3 лавочки, 2 урны. То есть место, где можно позаниматься спортом в любое удобное время. Сейчас, правда, никого нет, разгар рабочего дня, но все равно здесь люди бывают. Управляющая организация в этих дворах – МУП «Центральный». На каждом этапе специалисты общались с жителями, советовались, отвечали на многочисленные вопросы и оперативно решали все сложности. МУП «Центральный» участвует в программе «Тысяча дворов» еще 7 домов многоквартирных. Мы произвели установку 4 детских площадок, одной спортивной и произвели благоустройство 2 придомовых территорий. И также установили 1 спортивный комплекс. Напомним, чтобы войти в краевую программу «Тысяча дворов», горожане заранее подавали документы. Победителями конкурса стали жители 317 домов во Владивостоке. Люди выбирали те виды работ, которые им необходимы. В итоге на ремонт асфальта в программе утверждено 130 заявок, на установку детских площадок – 116, на спортивные площадки – 71. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом.